Страна готовится отметить важную дату – годовщину воссоединения Крыма и России. 2 года назад, 18 марта, был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в Российскую Федерацию. 2 года назад жители Чебоксар точно так же собирались вместе, чтобы выразить свою солидарность с народом Крыма. В те дни крымчане стали перед историческим выбором и сделали его в пользу России. 97% жителей полуострова проголосовали за единство, дружбу и взаимопомощь. За 2 года удалось сделать немало. Между Чувашией, Республикой Крым и Севастополем подписаны соглашения о сотрудничестве. Регионы обменялись делегациями. Ряд представителей крупного и среднего бизнеса наладили совместную работу. Крепче стали и общественно-культурные связи. Большой концерт «Мы вместе», посвященный 2-летию воссоединения Крыма и России, пройдет на Красной площади Чебоксар в пятницу, 18 марта. Начало в 17 часов.